Здравствуйте, демонстрация работы моего щипореза. Вот, несколько раз перед съемкой я проверял, чтобы не обосрамиться. Вот, ну, у меня радости полные. Вот, что надо? Вот, то есть ожидал вибрацию сильнейшую от маховиков. Ну, как говорится, это повезло. Вот, в данном случае сейчас оно, как говорится, прицепил. Вот, и этот, инерция только сейчас шуршит. Вот, так, сейчас я буду запускать, пока без веток, веток нету, потом насобираю веток, и, как говорится, это, лучше потом, что он именно рубит, то и показать. А пока механические такие основы, как говорится, хотел показать. Сейчас я его заведу. По инерции все равно будут раскручиваться без препятствия. Слово не крутило, а все равно он раскручивается. Я пальцами не буду останавливать. Я попробую соединить. Поржал и уже управляем его вращение. Попробую газку поддать. Нет, красиво работает, ровненько. Сейчас вот бросим. Все. Ну вот еле останавливаюсь в препятствии. Инерция хорошая. В принципе, я доволен. Работает. Ну, будем смотреть, как этот самый шкив, диаметры, все эти, как обсуждали с подписчиками, в комментариях. Вот. Как будут обороты передаваться на вал режущий. Будем посмотреть. Конечно, я пока еще практически тоже не знаю. Но пока механика все работает. Я доволен. Все. Поджим. Опуск, все срабатывает. Вот. Я доволен. Ну все, до следующего видео, а там уже покажу на ветках, как получится. Все, спасибо за внимание.